Вот я приехал на Лаповку. Время 2 часа. В 11 был. На Четовском перекрестке. Покушал. Так что начопили зимой. До сюда за два часа приезжали с Лехой Чубыкиным. Вон солнце светит еще. Сейчас чаек разогрею. И все. Темнеет. Смотрим, тут к ручью спустился, воды набрал уже. Хотя тут мужики оставили, не знаю зачем. Разбухнет у них, наверное. Хозяйство тут большое. Вон еще дом стоит новый. Построили. Сейчас пойду посмотрим. Интересно все равно. Вам покажу. Сам еще не видел ни разу. Вон по какой штуке иду. Обрыв. Видишь? Это веранда, да? Вон там банька внизу. Вон. Лаповка, ручей. Мини-лойма. Да, работа тут проделана. Уйма. Уйма просто. Как не доделан, что ли? Все в процессе. Основной вазик закрывает. Ну да, один дом для ночлежки есть, хватит. Правильно. Обогрелись, обсушились и домой. Молодец. Ну все, 2 минутки хватит. Пришел до размера. Воскресенье. 12:48, то есть 11:48. Что-то я сегодня устал. Вроде меньше, намного. Сюда нас с километра идти. Отдохну. Размера перекушу. Потом пойду дальше. Силы покидают титана. Так что там уже наснимаю нашу баньку покрытую. Думаю, сегодня продолжу. Сейчас перекушу. Через часик я буду. 2 дома. Смотрим. По речке Шуга уже идет. На Лаповке смотрел. Я уже далеко. Тормоза сломались на велосипеде. Вот что, беда. Это греть, наверное, надо. Ну вот, 12:47. Как и говорил, через часик я уже в себя. Вот, иду за водичкой. Сейчас покажу вам баньку нашу. Мега крышу. Дров, короче, уже все пожгли. Чисто на ночь. Ночь переночую, завтра пойду обратно на Лаповку. На речке все уже встает. Полная беда. Станет, я потом по льду не перейду. Так что ночку переночую. Пока у меня только путешествие и дорога. Вся охота. Больше ничего. Ручеёчек. Сейчас я пойду. На обратном пути надо, ладно. Покажу вам баньку. Дашка. Как не хотела речку переплывать. Мама, не горюй. Вся искулилась. Возьми меня, хозяин, на ручки, говорит. Ой. Вот так вот мы решили, да? Приезжали, значит, смылись, да? Это все на место поставили. Удобно мыться. Ну вот, крыша. Не знаю, видно тут. Сейчас буду постараться. Просто ангар. Пол. Тут дверь должна стоять. Так, ну, дрова. Ими можно топить, конечно, еще. Это все крышенция наша. Вот сюда кусочка не хватило. Так, нормально.
Можно было, конечно, пожить. О, ничего тут не видно. Свет надо. Боюсь просто это. Я не выберу все. Там на перекате переходить. Под водой на камнях лед, скользко. Вот наша крыша. Чуть-чуть везде понемножку не хватило. Такую крышу забубенили. Вот так вот. Мойся не хочу. Вот утро. Встал. Посмотрел на речку. Сильных изменений нету. Останусь еще, наверное, на ночку здесь. Что это беготня меня поднадоела. Только одна ходьба. Сейчас дровишек наберем. В баньке. Навопых и дров нету. Вот что плохо. Там-то тоже пожить можно. Но дом здоровый топить. Надо много дров. Вот. От ручья какая у нас баня. Здорово, елка закрывает. Коряга наша. Какой-то мелкий снежок ночью выпал. Даже не снежок, не поймешь, что пыль. Она медленно работает так. Как будто замерзло. А светура коряга наша. Когда ты ее покрасишь уже лаком, не знаю. Пойду я сегодня на лапах, неохота. Опять напряги. Завтра с утра пойду. Хлебушка мне на день хватит. Хлеб оставил основной на лапах и сахар. Тоже тащить не стал. Сахарок уже закончился, но хлеба хватит. Сейчас картофан с тушеночкой с тайничка достану. Сварю, покушаю. Все будет замечательно. Да, Шуля! Иди в кадр, если ты посмотри, деловая. Мышкует, наверное. Что, сейчас все, земля запромерзла, много не накопаешь. Но сегодня мы покушаем. Поделимся. Ра, сгущеночки. Думаю, зря я ей дал сгущеночку, теперь у меня сахара нету. Дурачок, ну ладно. Вот, время 10:30. Наше болотце вышел. Идем посмотрим на наш солонец. Вот. Уже натоптали тропу мы тут. В году. Прямо видно. На ней снег лучше лежит. Шума от меня много. Ну, хвалится как наст. Дашка. Работает собака что-то. Что-то с утра полаяла и меня вызывала. Сейчас макароны отварила. Накормил. Довольная носится. Бля. Вот сейчас. Хорошо. Посмотрим на наш солонец. Приходил сюда, кто не приходил. Нет, ничего не было. Вот она у них как идет через все болото. И вот так вот. И вот. Вот мы с Васькой солонец поставили. Но никто здесь не был. И вот она так дальше. Джек сюда заворачивает. Идет вокруг болота.
А болото идет вот так вот большим крюком. Направо загибается. Жили здесь два глухарика. Слячи их не шлепнул. Хотя там первого было глухар. Походу он глухару шлепнул. Вот такие пироги. Прогулялся. Ничего, ни одного следа не увидел. Никто не взлетел, собака ни разу не гавкнула. Не знаю. Чаёк пью. Завтра пойду на ваповку. Сильно не устану, то послезавтра домой. Если нет, еще день на ваповке отлежусь. Сегодня вот у меня типа выходного дня. Костерок. Дашка вон, лентяйка. Сразу легла. Связи. До свидания. Сейчас вот покажу, что творится на реке. Но на перекате не удастся туда не зайти. Брода идет. А! Скакнула. Мышкует все, бегает. Жрать-то хочет. Упорола банку сгущенки, там из бутылки полбутылки было. Так, ну вот. Там вот стоит. Здесь еще нормально. Тут пошло. А дальше там полностью все. Там вдалеке тоже стоит, немного промыто. Дальше река вроде ничего. Спуститься еще можно. Если только там ниже нет заторов. У нас перекат тоже там уже подзамерз. Сейчас не видно. И там тоже вот ямы, где сети ставлю, вижу. На камере плохо видно, мне видно. Все во льдах. Все во льдах. Не, на камере не видно, а так видно, шуга идет. Медленно, но уже опада. Полная жопа. Посмотрим, что завтра будет. Да. У нас вот журчит. Красота. Но уже темнеет. Время забыл посмотреть. До свидания. Вот перешел речку. С горем пополам. Дашка тут визжала, мама не горюй. 20 минут восьмого. Там все вот лед, по дну лед. Проваливаешь, ну как, лед такой хрум-хрум, как снег. И прямо под днищу лежит, сверху над ним вода течет. А так все шуга идет по реке. Плохо на камеру видно, но все в льдинках таких прозрачных. Вот наш перекатик. Где вон мы проходим, фарватер весь в снегу. Вообще, ну, класс. Когда такое еще можно увидеть, если не пройти пару сотен, да? Ой. Вот так вот. Дашуля у меня красавица. Короткий там проскочила по льду. Среди него не мочись. А здесь уже деваться некуда. Попала девка. Ну ладно, до следующей связи. Пойду на ваповке. Там велосипед оставил. И километров тут. 10 отсюда. Замерзли, мне кажется, внутри тормоза просто. Надо будет отогреть. Если получится. Нормально. Нет, так все пешком придется драпать. Пока. 10:48. Пришел на ваповку. Сегодня здесь переночую ночку. Сейчас с ваповку переходил. Там уже замерзло, так что провалился. Немножко подсырел. Сейчас будем топить. Не знаю чем. Чайничек он у него прогреется. Опа. Здесь пропанчик есть.
сразу поставил чаёк первым делом. Вот такие пироги. На улице уже тут зима. Дашуля опять не хотела в Апуху переплывать, хотя ей можно было перейти вперед меня, пока я не сломал. Мой боевой конь понемножку проехал на арбаза, начали работать. Замерзает все, холодно. Даже велик не выдерживает. Так что вот. Первое число ноября. Завтра второе, пойду домой. Завтра у меня праздник. Мама обещала отметить. 2 года не курю. Завтра будет 2 года не курю. Сегодня еще ночую. Спорт, здоровье. Давай. Вот, 2 ноября. Вот оттуда я пришел. Вышел 7:30, сейчас 8:30. 2 часа. Ну, основная часть проехала на велосипеде. Сюда на Ваповку. Сюда домой. Сюда на Лойму. Чертовский перекресток. Сейчас мне вот сюда. Дальше сплошные болота. На велосипеде там уже не проедешь. 18 километров. Сам не мерил, но так говорят. Так что ждите меня. Скоро буду. Сейчас сальца перекушу. Лучок забыл на Ваповке. Оставил. Лишний груз скинул. Долго идти. Болото все равно ни хера не замерзли. Лужи еще более-менее. По болотам все равно валишься. Думал, все, замерзнет и будет. Песня. Ну, нормально. 2 часа это я еще быстро. В тот раз, наверное, дольше шел. В 11 я отсюда вышел. В 2 был на Ваповке. 3 часа. Сейчас на час короче. Ох, какой метеор. Заработали ножки. Да. Связи. Время 10:30. Я уже практически подхожу к Киселовским полям. Вот эту горочку мне начал преодолеть. Конь мой отдыхает пока. В ручейке водички остановился попить. Жажда мучает. Солнышко встало. Красота, тишина. Отсюда сейчас спустился. Ручей. Практически уже дома. Сейчас Светочке буду звонить.